Да? И что? Мы будем заходить ему в гости. Это резиденция, да, Святого Николая? Добрый день! Заходь! Заходь! Давид! Ну, подходи! Заходи! Давид, а ты какой Сильшика знаешь? Ну, расповедай меня, будь ласка! Я не знаю! Он стесняется! Ты стесняешься? Ну, а... Ариночка, ты какой-то стишок расскажешь? Расскажешь какой-нибудь? Я уже и забыла из садика. Ну, а песенку какую-нибудь? В лесу родилась елочка. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом соленая, зеленая была. Но метель ей пела песенку, и елочка... Я ее до конца не знаю. Ну, Давид, ты оторваешь, получаешь конфетку, а Давид... Ну, какой-нибудь, может, стишок все-таки расскажешь? Нет, расскажешь стишок, это конфетка. Он плохо говорит. На, держи. Бери конфетку. Бери конфетку. Спасибо. Давид, что тебе дал Святой Николай? Снеговик. Конфетку? Смотри. Снеговик здесь? Ух ты. Он такой большой. Нам нужно конфетку. Конфетку кушай. Давид, где ты прячешься? Она кушает конфетку. Пошли дальше. Елочка. Ку-ку. Только вот так. Вот такая вот резиденция Святого Николая. Елка у нас на площади. Ярмарка. Пошли дальше, Давид. Давид, идем дальше всех тут. Арина, осторожно, там фотографируются. Сейчас посмотрим, что в ларьках есть. Ну что, колбаса и глинтвейн, наверное. А может это что-то интересного еще такого есть? Такие вот сосульки на деревьях, сцена. И телевизор большой. Ух ты, тут даже сцена. Пошли гулять. Идем? А у меня вот такая шапочка с косичками. Классная такая. Ой, сколько. Деревья светятся. Да. Все в огоньках, все придает такого какого-то новогоднего настроения. Там дальше, по идее, должны были сделать каток. Сейчас проверим, или его сделали. Да, вот забор. Знаете, сделали. Думаешь, сделали? Да. Ну, сейчас проверим. Рождественские такие скульптуры, посвященные рождению Иисуса. Алло.
красивые. Это маленький Иисус Христос. Угу. Делаешь? Нет, нет. Бьешь снег? Зачем ты его бьешь? Ой! 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 Сейчас придут нас ругать. Убегаем отсюда. Давай, пошли. Идем погуляем. Посмотрим, что там еще есть. Идем. Видишь, все горит красиво. Ряб упал на попку, да? Ты еще не устал бить снег? Давидушка, ты еще не устал бить снег? Мы нашли сугроб. Вот такой вот большой. Давидушка! Ой, сейчас кто-то упадет на попку. Ой, сейчас кто-то упадет. Ой, упадет кто-то. Ой! Давид преодолевает препятствия. Обходи сюда чуть-чуть ниже. Обходи сюда вот. Вот так обходи. Молодец. Фу! Молодец. Сюда. Нет, но тут здесь очень высоко для тебя. Вот такое вот развлечение нарыла машина снегоуборочная для малышей, для которых кажется это целым препятствием. Ой! Вставай, вставай! Потому что я себе на нюху поменяю цвет.
Давид не хочет отсюда уходить, он идет обратно, друзья. Ты что, пошел обратно? Ой, ой, давай, давай, еще чуть-чуть. Боится, как? Боится. Завалился? Ты видел, как ты прыгнул? Ой, давай! Арина с Давидом бегут по лабиринту. Давид первый нашел, а кто первый назад? Кто первый назад? Давай, беги назад, беги назад, будешь первый. Назад беги, назад. Голодный важный.